что же, едем проверять капканы и петли. Ну и фотоловушку посмотрим, что мне попалось, нет. Вот сейчас заезжаем на огород, посмотрим. Пока ничего особо не видно. Сейчас доедем, увидим. Сейчас доедем, да увидим. Фотоловушка пока на месте стоит, никто не украл. Кружочек сделаем. Вот здесь петля пустая. Вот одна петля. Капкан, капкан. Один пустой. А у второго что-то я не вижу. Жерди. А, к чему жерди был привязан на месте. Следов новых не видать. Сейчас посмотрим, фотоловушка что-нибудь поймала, нет. Посмотрим. В общем, фотоловушка 4 фотографии ночные сделала, но никаких, наверное, движений не было особо. Видео не снято, только фотографии. Вот капканы пустые. Все на месте. Сейчас пойдем петли смотреть. Вот эта петля на месте. Здесь вообще никто не проходил. Наверное, пока картошку брали, зашугали, они сразу и не пришли. Может быть, следующей ночью придут. Будем надеяться. Сейчас эти еще две петли посмотрим. Так. Вон там у нас петли. Эта петля пустая. И вторая тоже пустая. Никто ничего нигде не проходил. Сейчас это надо подправить. Вот так вот. Сейчас другую посмотрим. Вот другая петля, тоже пустая. Вот, в общем, ночью одно только видео было. Что-то. А что-то сработала камера, но никого вообще не видно. Чтоб кто-то что-то ходил. Получается, две фотографии и два видео было. Первая фотография с первым видео, это когда мы закрывали фотоловушку, она успела на нас реагировать. Вот это вот ночное видео, одна фотография и вот видео. Только на что вот она реагировала? Может, птица какая-то прилетала или еще кто-нибудь? Ну, сейчас подождем еще, посмотрим. Если что-то увижу на видео, покажу вам. А то видео по 5 минут идут. Ну что ж, включаем фотоловушку. Одно крепление у меня уже отломалось. Но на одном будет держаться, думаю. Главное, чтобы второе не отломать. Вот так. Сейчас строго по центру смотрит на наш капкан. Еще подержим. Ну что, за сутки, конечно, оказывается, кабана не поймаешь. Еще подождем. Вот. Прошло двое суток, как мы поставили капканы с петлями. Едем проверять второй раз. Так, ничего не видно. Все на месте. Петля одна на месте. Капканы все на месте. Сейчас посмотрим остальные петли и фотоловушку. Так, чтобы лишний раз фотоловушка не срабатывала, сейчас выключу пока. В тестовый режим пока перенесу.
Следов никаких не видно. Никто не приходил. Так, эта петля тоже пустая. Никто не ходил, ничего не попалось. И вторая петля тоже пустая. Сейчас пойдем смотреть фотоловушку. Смотрим фотоловушку. Так, куда нажимать-то? Блин, не туда нажал. Так, 10 срабатываний. То есть вчера было 4, сейчас еще одна. Так, 2 это вчерашние. Это тоже вчерашние, это тоже вчерашние. Так, это днем что-то. Куда нажать-то, блин, чтобы... А, это фотография. Вот видео. Посмотрим. Так, это я вчера закрываю. Это другое. Это днем еще тоже. Но это тоже, наверное, я второй раз закрывал. Что-то проскочило как будто. То есть новых срабатываний вообще никаких не было. То есть со вчерашней ночи 4. Вот это фотография какая-то. Видео. Ну и так, когда я устанавливаю. Еще одна фотография. Да, это тоже вчерашняя. Все, срабатывания фотоловушки не было. Так, все, фотоловушку установил, обратно установил. Все лишнее удалил. Оставил только с позапрошлой ночи. Непонятно, это на большом экране посмотрю, на что сработало. Вот. Так что кабана просто так не поймать. Ни за сутки, ни за двое. Завтра уж проверять не будем. Пускай они успокоятся чуть-чуть. Вот. Если что-нибудь попадется, покажу, может быть. Всем пока.